это не построишь. Приходите с правдой, я буду всегда с вами. Будете приходить с обманом, я с вами не буду. Я к вам приехал, поздравить вас с наступающим Новым годом и через прессу передать всем поздравления, всем землякам, всем Украине. Самые наилучшие пожелания, чтобы следующий год принес нам удачу, чтобы наша страна была сильной, независимой и целостной, чтобы у всех был достаток, в каждой семье был достаток. Но приходите, пожалуйста, с правдой. Ренат Леонидович, ну идем до вас зараз правдой. Можно так еще скажите, пожалуйста, Ренат Леонидович, скажите, пожалуйста, так, а как вы относитесь к Евромайдану? Я хочу сказать, да. Я, когда люди приходят за правду, за правду. Когда приходят с обманом, это обман. Я хочу сказать, я приехал сюда к вам показать, что здесь присутствует обман. Но это не большой, Подождите. Вы сказали, что я прячусь в Лондоне. Я здесь. Я один. Без одного человека охраны. Я к вам пришел. Вот он один. А вы были в Лондоне? Я не был в Лондоне. Понимаете? Не был в Лондоне. Это ошибся. Это не ошибся. Это обман. Секундочку. Подождите, молодой человек. Вы только что прессе передали, что я прячусь в Лондоне. Я вот он. Ошибся. Секундочку. Вы кричали. Извинитесь. Кричали. Я здесь, друг мой. Это прекрасно, Ренат Леонидович. Смотрю вам в глаза. Поэтому я хочу сказать, на обмане. Вам что-то не нравится? Приходите на выборы, проголосуйте за того или иного кандидата, за ту или иную партию. Это демократический подход. А если вы приходите, говорите одно, а на самом деле это не так,